Так, что ты с топором летаешь? Куда не летай же... с топором. Нет! Сетает сам себе. Боги игры. Поиграть. Что ты, жалко что ли? Нет! Зашибись! А что там, родители? Да? Хоть посыть. А тут целый... А он и так ходил уже. Да прям. Хорошая игра. Что-то хорошее. Ну тут полдупиства нету. Кубики строят. Ну пускай строят кубики. Нет, надо такие, да, такие. Бух, трах, бах, га. Нет, лучше пусть на улицу пойдет. Вова лох. Это не я сказал, это так сказал его ник. Вован, ты чё, как? О! Ну ладно, Вова лох. Берём. Алло, привет. Здравствуй, мальчик. Какой я тебе мальчик? Ну, девочка, что ли? Я тебе не девочка. Ну, а кто ж ты тогда? Не мальчик, что ли? Я мальчик. Ну, не называй меня мальчик. Меня зовут по имени Альберт. А, Альберт зовут. Хорошо, да. Хорошо, Ашот. А... Какой Ашот я тебе? А, Альберт. Да. Все, извини. Альберт такой. А, слушай. Ну, да. Короче. Ты что звонишь-то вообще? Нахрен-то я тебе скайп играть с тобой. Не а, ты хочешь поиграть? Тогда да, извини. Да, ТП ко мне. Я напишу в чате один... Нет, Кью напишу. Кью, Кью, Кью. Твой ник Ахмед будет, да? Нет, мой будет СЦ логер. ЦЦ логер, ССС логер. А, да, еще заходи. Раз, подожди, напиши 125. 1, 1, 2, 5. 5, да-да-да. А вон, да-да-да, Ашот. А, Ахмед. 5. Я тебе сейчас, да, в это... Слушай, тут у меня о. Такой бизнес... Ты где? Стой. Ты где? Сейчас, стой, я пишу кол. Сейчас, я тебе кол написал. Я тебе кол написал, ну. Принимаю, еще. Не против, я яблок тут съем. На! Ху-ху, ересы! Ты больной, я не успел. Что? Ты, что? Ты, я не успел, прицель, ты уже убил. О, да. О, прикинь, на спавне какой-то Ахмед. Хочешь ко мне ТП? Хочешь ресы отдам? Больше его нет. А ты что меня убил-то, я не успел к тебе телепо... Ресы хочешь отдам? Подожди, тут Ахмед какой-то раздался. Ресы хочешь отдам? Офигеть, ну и Ахмед. Ты, ну слышишь, хочешь, стой, ладно. Ты нахрена меня убил, стой. Ты убил меня, короче, ТП ко мне, я тебе кое-что покажу, это мой бизнес. Да что ты ТП, ты придурок, ты меня убил, зачем? Я не успел к тебе даже телепортироваться. А что у тебя не красный? Я купил цвет такой себе. А, смотри, вот видишь донат? Да какой донат? Ты убил-то нахрена меня, да придурок? Да закройся, видишь донат? Ты идиот, ты мне ресурсы можешь вернуть? Я сейчас... Да ты нахрена? Ищу. Да нахрена? Ты балла, короче, давайте я продам, что выберешь, VIP? Пемак, потом админку, так, создателя и администратор главный. Стоит много, 500 рублей. Так ты меня убил, нахрена-то, а сейчас не в паре. Короче, что-то? Тебе донат нужен? Ну, а это кто, он тоже покупатель? Иди нафиг отсюда. Это же покупатель, может, стоит. Это чё? Не покупатель, я его не принимал. Ты что, ты всех убиваешь? Тебе донат нужен? Не знаю, ты мне ресурсы верни. Тебе донат нужен? О-о-о, грифачок. Да хорош. Тебе да, донат нужен? Да, стой, не убивай только. Окей, давай ты мне перечислишь на Киви 500 рублей. Да ты погоди, почитай хотя бы, что тут у тебя есть. Нельзя читать. Да ты чё, как же куплю, ты дурак что ли? Ну тут я тебе випку сделаю 550 подожди. Тысяч рублей. Вип стоит, пимак, 500... цена 100, админку хуй. А чё с ошибками так? Ублей, создатель отдам за 250. Ты дурак, ещё умру, я ничего никому могу купить, тебе денег не будет. Ты придурок что ли? Отойди, да. Прочитаю. О. Слушай, давай я тебе... Чувак. Главный администратор. Давай, ты мне перечисливаешь? Перечислил? Да ты дурак, я сейчас ничего... Ой, что это было? Это что было сейчас? Не знаю. Это он типа убил? Да. Скажи его ник. Не знаю. Ник на ну, как называется? Гиргар как-то. Герри? Или как? Ну сейчас. Гахман Хикс? Во, Герри, да. Герри? Да. Мне сундуки сломал, нет! А ты его убил, потому что. А. Что делать? Ты его убил. Тут, короче, ты читал вообще, как здесь работает? Система. А зачем? Подожди, ты админ, что ли, получается? Какой админ, придурок? Я тебе он мне сундуки сломал! Я тебе кол пишу. Я-то здесь при чем, что он тебе сундуки сломал? Я тебе кол пишу. Ух ты, резко. Иди отсюда!
Да дурак, хватит убивать. Это мои ресурсы, бро. Ты больной, да хватит убивать, нельзя. Ты меня уже заколебал убивать. Все, ты зря это сделал. Тебе... Так, ты же хотел донат купить, забыл? Хотел, да ты меня убиваешь, что как-то перехочешь. Да все, я не буду убивать, давай но донат. Ну нахрена ты убиваешь тогда? Не буду убивать. Ладно, короче, не хочешь донат брать, я тогда... Ну, я тогда не знаю. Почему не хочу? Хочу, только верни рейс. Ну, тогда давай, переводи мне на Киви 50 рублей. На Киви 50? Это випка у меня будет тогда? Да. Это точно? Да. Ты скинь мне, вот сейчас скинь мне в скайп вип кошелек. О, этот. Куда, куда, в бане? Да. Да, я тебе давал вип. Ой, ты... А, у тебя вип уже выдано. Да, я тебе вип выдал, можешь даже летать. Да? Ты мне выдал уже вип? Да. В натуре? Да. Стой, ну-ка. Нифига себе в натуре, прикинь. Я тебе даже создателя выдал. Я могу летать. А попробуй ГМ1 прописать. Во, прописал. Ну чё? Не работает. Я тебе ГМ-ку дал. Не знаю, не работает. Так я тебе еще деньги не скинул, за что ты мне отдал? Да просто так. А, как же так у тебя получилось? Так давай скинь мне номер свой. Не надо, я тебе бесплатно дал. Ты больной? А как же деньги? Да забей. Ну ты рез мой так и не вернул. Не вернул. Что это было? А, опять этот чувак прилетел, тебя убил, прикинь. Тебя опять убили. Друг. Ты где? Я дома. Дома? Вот. А что ты летаешь? Дай мне креатив. Так ты же мне флай дал, дурак. Я тебя забрал, все. Да что ты забрал-то? Нихрена. Чё тебе бить не так могу? Так ты же креатив мне дал. Я тебе не дал креатив. Ты больной, ты мне креатив дал. Так, чё ты с топором летаешь? Так ты мне креатив дал, я летаю. Летай с топором. Так ты мне креатив дал. Ты же мне дал креатив. Ты где? Стой. Ты куда не ты летай бежишь? С топором. Нет! Ты чё, орёшь, придурок, что ли? Чё? А чё ты мой дом сетнул? Я сетнул? Это мир, мир сетает сам себе. Боги игры. Чё? Блин, что с домом? Да не надо меня бить молнией. Всё. А ты чё так орёшь-то за то, что... Орёшь зачем-то? Нормальная же ситуация. Ты же грифер. Сосологер. Дай ему поиграть. Чё, ты жалко, что ли? Это ж для детей. Нет! Чё нет? Пускай играет, он и так сидит целыми днями дома. Ну и чё, пусть пойдет погулять. Ну он и так сидит. Зашибись. А чё там, родители? Да. Так. Родители? Да. А, ну идёт. Да. Играет. Да, играет, да? Да. Чё, да. Потом погуляет, ты поиграет, нормальная игра. Это, пусть, наверное, закругляется. Да. Пусть хоть посыт. А тут целый... А он и так ходил уже. Это для девочек. Да прям. Для мальчика. Да ты не слушай их, это они там всего лишь что-то ругаются. Ага. Ты чё? Это ж для девочек. Ну почему? Ну что, хорошая игра. Чё тут хорошее? Ну тут убийства нету. Кубики строят. Ну пускай строят кубики. Нет, надо такие, да? Такие. Бух, трах, бах, ка. Нет, лучше пусть на улицу пойдет, погуляет, на велосипеде. Ты слышишь это все, да? Да, да. Я надеюсь, ты не снимаешь? А? А зачем? А, ну слава богу. Причем здесь съемка вообще? Играется, он. Давай, выключай, иди гулять. Да пускай играет. Давай. Ладно, давай. Ладно, давай, все, пока. А что ты куда пошел-то? У меня выключает компьютер. А тебе часто такое происходит? У меня свет выключили. Свет выключили? А чё ты здесь тогда? Чё он гонит? Ничего у него не выключили, никакой свет. Чё-то у него там херня какая-то. Ну ладно. А, всё, вылетел. А. В общем, прикольная ситуация произошла. Пусть посыт хоть сходит. Ну, дорогие друзья, спасибо всем. Ставьте лайки, спасибо за внимание. Заходите на сервер. Не успел, конечно, в тюрьму засунуть этого грифера. Сейчас я покажу вам спаун здесь. Здесь есть тюрьма. Вот она, тюрьма для грифера. Тюрьма для грифера, вот. И здесь я засовываю всех гриферов. Что-то я запутался, даже что говорю. Вот все летают, меня, видимо, увидели. Но сегодня не успел, у него что-то вылетело. Ну ладно, всем спасибо, IP в описании. Заходите, всех ждем всегда. Может попасть в кадр какой-то тот торт, Вайнфолл.
Нубин какой-то, Джимор, или как тот Влад Лох.